Тебя и быть с тобой рядом.
жизни перед собой Иисуса, живого и прославленного Царя. Аллилуйя! Аллилуйя! Славим Тебя, Иисус! Иисус, прославленный Царь в нашей жизни. Аллилуйя. Как много сделал Иисус для нас. Через свою смерть и воскресение подарил нам жизнь вечную. Столько благ принес на эту землю, чтобы мы жили в радости.
восседающий на троне, мы видим небеса и ангелов у трона, и ангелов здесь. Аллилуйя, аллилуйя. Соединяемся с тобой, Иисус. В воскресенье мы соединились в смерти, и мы соединились в воскресенье. Мы в прославленном теле Иисуса, мы в прославленном теле Иисуса, мы в славе Его, которая у трона. Аллилуйя! Ликуйте с ангелами, ликуйте с ангелами. Thank you.
люблю, Иисус. Благодарим Тебя за жертву Твою на кресте. Благодарим Тебя, Господь мой Бог, что можем Тебя так славить, Господь, в святости Твоей, возносить самому святому, святейшему Богу хвалу, Господь мой Бог. Мы так счастливы, что мы в Тебе, Господь мой Бог. Ты поставил нас на это святое место, воздавать Тебе всю славу и хвалу. И мы с благодарными сердцами склоняемся перед Тобой, Господь. Вот превозносим, говорим, что Ты достоин. Благодарим за Твою славу, которую Ты высвобождаешь на нас каждый день, Господь мой Бог, чтобы мы ходили в славе Иисуса. Облеки нас славою Иисуса, Господь мой Бог, чтобы мы просто воздавали каждым шагом, каждым вздохом Тебе хвалу и славу. Аллилуйя, аминь.